Самые простые вещи на свете выражаются простыми словами. Свобода, справедливость, честь, долг, милосердие, надежда. Это сказал в свое время Уинстон Черчилль. Мне кажется, об этом хорошо бы не забывать каждому человеку. Поэтому я считаю, что мы должны быть 6 мая на Болотной. 6 мая в 6 вечера. Болотная площадь. Митинг за свободу.